Я не знаю, услышите ли вы меня сейчас, потому что многие оглушены громким звуком. Это солист группы. Зовут его Серж. Фамилия его Танкян. Не удивляйтесь. Да-да-да, я понял. Танкян. Танкян. Да-да-да. Я хотел бы сказать, вот как все-таки чудны дела твои, Земля, планета Земля. Клянусь вам, вот впервые в жизни сегодня увидел эту историю, ну, так сказать, не совсем мое. Вот. И, конечно, не хотел бы жить с этим человеком в одном подъезде. Вот. Безусловно. Как телезрители что... помнят, Саш, ты же по утрам слушаешь Поль Мориа? Да, я слушаю Поля Мориа, да. Я представил, нет, у меня есть соседи, которые на фано, значит, сольфеджио, а я представил, как он репетирует дома. Можете себе представить? Но то, что делает этот человек, конечно, сколько в нем, я имею в виду участника нашего, сколько в нем живет самой разной музыки, меня правда это удивляет и поражает, клянусь вам. Поэтому отгадывайте вы, от меня точно 5 было бы. Дима, самое интересное, я видел сегодня какие-то... Даже в тебе физиологические изменения во время этой песни. У тебя глаза то квадратные, то треугольником, то растягиваются, то лицо. Ты даже эти мои глаза видел? И эти тоже. Ты догадался, кто представил нам солиста? Наш участник армянин по национальности? Сейчас да. Ага. Или так я скажу, пока да. Да, он так был точен. Действительно, Серж, он так ярко поет и открывает внутренность свою, касается неба и, так сказать, весь этот голос уходит в металл. И когда идет мелодраматическое произведение, то у Сержа они просто бровки домиком, и он абсолютно романтик. Сказку на ночь поет. Да, да, очень точно наш участник это показал. Это была сказка на ночь? Сказка на ночь, ну. Дима, итак. Я не могу угадать. Кто представил нам артиста, ты догадался? О, нет. Нет. Подождите, сейчас тебе поможет красный плащ. Спешит на помощь. Любовь, а чем вы называете мой шарфик красным на плащом? На самом деле, я вам очень признателен, что вы сегодня так красиво одеты, потому что вы яркая, очень... Ну просто отсюда действительно как будто у вас там плащ, и вы в какой-то момент супер-умен взлетаете и спешите на помощь. А это кто? Это Никита Пресняков. Никита Пресняков! А у... Жуля, как ты мог обмануть дядю Диму? Боже мой, Никитуля, ой, это фантастика. Боже мой. Никита, это твой дядя? Да нет, просто я уже по возрасту немножко дядя. Я же не деда Леонид. Я просто дядя Дима. Ну, так созвучно, ДД. Так, срочно ставь оценку Никите Преснякову. Это феерическая оценка 5 с большим плюсом. Никита, 5 фантастика. С большим плюсом. Любовь Юрьевна, пожалуйста. Саш, это тоже не мой piece of cake, не мой кусок торта, это группа абсолютно. Я тут с вами солидарна на 100%. Нет, было бы сейчас интересно, если бы вы сказали, ты знаешь, Никита, немножко небо нужно было, так сказать, прикрыть, чтобы... Вот это было, так сказать, чуть-чуть, так сказать, закрыто, не... Нет, не скажу. Но прощаю им все, потому что так любить свою страну, так любить свою культуру и быть... При всем этом грохоте, и стоне, и крики и так далее, быть такими нежными внутри, как эти парни, респект и уважение. А Никите двойной респект. 5. Спасибо большое. 5. Михаил Б... Да, да, Дима, что ты хотел сказать? Нет, нет, я хотел сказать, что это такая знаменитая группа, что, ну, представить, что у них, я заглянул в Инет, и оказалось, что у них всего было 6. Всего было 6 студийных альбомов за всю историю. Ну, я, дай бог, чтобы... Вот. И платиновый их альбом продался за 12 миллионов тиража. Вы можете себе представить? Не хотелось бы никого перебивать. Но, вы знаете, конечно, Серж и Азнавур — это одного поля ягоды, бесспорно. Это сразу бросается в глаза. А сегодня
Меладзе в образе Дон Кихота меня просто покорил. Что касается Никиты, это, конечно, музыкальная поваренная книга. Он может сделать любое блюдо при наличии такого вокала, такого эффектного телосложения и понимания музыки, что меньше пятерки, я еще раз прошу прощения, что перебил и не вовремя влез, меньше пятерки поставить никак не могу. 5, спасибо большое. Подобный вокальный эксперимент, скажем так, это тоже не очень-таки простая история. Я хотел бы поблагодарить педагога по вокалу Марину Полтеву за очень интересную работу в нашем проекте и за помощь всем нашим участникам. И педагогу по актерскому мастерству Андрею Дрезнину спасибо огромное. Ну и, конечно, огромное спасибо Леониду Ермольнику за лаконичность. Он сейчас выставит оценку. Я хочу поблагодарить Никиту за выбор этого номера, потому что я понял, что я не все в жизни застал, не все успел. Для меня это знакомство с этим удивительным человеком. И я понял, что раз я не знаю этого, значит, я не до конца знаю армянскую культуру. Вот. И я чувствую себя нормально. 5 баллов. 5 баллов. Я бы хотел пожалеть тех, кто не слышал этого выступления. Я могу представить себе на секунду, как бы было обрадовано Политбюро, если бы для них на концерте выступил Серж. У нас была бы давно другая страна. Ну, тут два варианта. С одной стороны, могла бы измениться жизнь, а могла бы измениться судьба Сержа. Дорогие коллеги, дело в том, что эта группа была создана только в 92-м году. На этом мы остановимся. Я скажу, что у Никиты Преснякова 20 баллов! Спасибо огромное!